Массовая авария во Владимире. На пересечении улиц Чайковского и Сурикова столкнулись сразу 4 иномарки. BMW, Kia, Skoda Octavia, Hyundai Solaris. Один из автомобилей перевернут, обломки авто разбросаны по асфальту. У многих машин разбиты стекла. Видно, что иномарки сильно помяты, есть пострадавшие. К месту происшествия приехали скорая помощь, пожарные и полиция. Водитель автомашины Kia Soul, 1959 года рождения. При выезде второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество движения автомобилю BMW, за рулем которого находился молодой человек 1998 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия в медицинские учреждения доставлены оба водителя, а также два пассажира автомашины BMW. Спасатели устраняют следы аварии, смывают кровь с асфальта. Все пострадавшие госпитализированы. Очевидцы помогали им выбраться из автомобилей. Здравствуйте, что вы видели, кому вы помогали? Ну, я видел только пыль, ну, в последний момент, ну, как бы вот, подбежал к машине, конечно, вот, соответственно, вот к этой вот, вытащил пассажира, ну, остальные некоторые сами вышли, девушка беременная сидела вот сзади, я точно видел. Кому помогали вы? Я помогал мужчине из Kia, который вот перевернутая. Вот мы его вытащили, оказали первую медицинскую помощь, там, наложили ремень на руку, потому что у него вены были перебиты. Вот, и ждали до приезда скорой помощи. На месте аварии собрались десятки случайных прохожих. Многие из них видели момент столкновения. Лоб в лоб. Вы видели момент столкновения? Да. Одна вышла за двойную полосу, а вторая это, ну, короче, врезались. Быстрее всего пострадал бэх. Сработали подушки этого руля. Вот им это и помогло. Михаил Митин – владелец оранжевого Hyundai Solaris. На бампере автомобиля незначительная царапина. Сам мужчина не пострадал. На момент аварии водители и пассажиры были в частной клинике. Приехал с детьми в стоматологию. Услышал сильный скрежет, грохот. Вышел на улицу. Здесь вот мой автомобиль зацепил Kia Soul. Люди подбежали, начали уже оказывать первую помощь, вытаскивать водителя. Ваши чувства, когда вы увидели, что здесь случилось? Расстройство, конечно. В первую очередь за водителя переживал Kia Soul, потому что он был в тяжелом состоянии довольно-таки. Информации о состоянии пострадавших пока нет. Разбитые автомобили увезли на эвакуаторе. Их доставят на спецстоянку. По факту ДТП проводится административное расследование. Все обстоятельства случившегося выясняются. Евгений Павлов, Егор Дейкевич, 6 канал.